Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 14, урок 37. Задача шутка. Если поздней осенью в 10 часов вечера идет дождь, то возможно ли через 48 часов солнечная погода? Одни сутки равны 24 часа. Если 48 разделить на 24, то можно сделать вывод, что через 48 часов наступит двое суток. Получается, что ровно через двое суток будет также 10 часов вечера, а значит, солнца быть не может. Если у вас возникли вопросы, оставьте свои комментарии под видео.